С этого года программа «Устойчивое развитие сельских территорий» получила дополнительный импульс. Благодаря сельской ипотеке молодые семьи, которые живут и трудятся на селе, могут обзавестись жильем. Разумеется, в качестве места жительства люди в первую очередь выбирают территории с развитой инфраструктурой. Программа одна, подходы разные. Каждый населенный пункт выбирает то, что необходимо ему в первую очередь. Даже типовые проекты, вписанные в ландшафт, выглядят оригинально. Село Михайловское Цивильского района преображается буквально на глазах. По этой программе будет реализовано два проекта по благоустройству сельских площадок. Это спортивная площадка в поселке Молодежный Михайловского сельского поселения, где мы сегодня находимся, и на территории Рынненского сельского поселения благоустройство спортивной площадки и площадки отдыха на общую сумму 1 300 000 рублей. И хотя сегодня на площадках и в клубе пусто, таковы требования режима повышенной готовности, все прекрасно понимают, пандемия закончится, и такого рода объекты будут пользоваться повышенным вниманием. В планах создания комфортных для прогулок всей семьей зон отдыха. Это будут аллеи со скамейками, с уличным освещением, пешеходными дорожками. Отдельная строка сохранения и восстановления памятников. Все эти проекты финансируются за счет федерального, областного и местного бюджетов. Но и сами жители не остаются в стороне. В этом году будет реализовано у нас 40 проектов социального развития на основе инициативы граждан на общую сумму 74 миллиона рублей. Из них 44 миллиона рублей будут предоставлены с республиканского бюджета, остальные за счет местного бюджета и инициатив граждан. В основном 70% по инициативному бюджету будут ремонтироваться дороги в сельских населенных пунктах Цивильского района. Также ремонтируются водопроводные сети, ремонтируются памятники и электрическое освещение в сельских населенных пунктах. Ключевое преимущество села – сельская ипотека с льготной процентной ставкой. Суммарно у всех этих программ, вне зависимости от вектора развития, цель одна – сделать сельские территории наиболее привлекательными для проживания. На это в бюджете республики заложены немалые средства. Нужны только идеи. Наталья Мальчикова, Богдана Дойникова, Юрий Марков, Республика.